Здравствуйте, горловчане! Давайте вспомним с вами первый митинг. Помните, насколько он был многотысячным? А за что мы с вами вышли? Не помните? Мы вышли за русский язык. Мы вышли против фашистов. А чего мы боимся теперь? Многие сидят, их ждут, едут на Украину. Я скажу, нам уже никогда не будет едно после этого. Мы с вами все относимся к московской епархии, правильно? Мы все с вами патриоты своих родителей, которые бились с фашистами, правильно? Кто-то имеет право лишить нас с вами родного русского языка? Я вам скажу, что вы меня видели со всех митингов. Мы охраняли. Мы незаметно охраняли все, что происходило. И сейчас этим занимаемся. Когда в ОГА вошли наши люди, добрые ребята, которые патриоты, мы в первый же день, горловчане, мы поддержали их. Мы занимали два крыла, громадных два крыла Горловка занимала. И занимает сейчас часть наших ребят, поддерживает. Когда мы с вами требовали, чтобы начальник милиции услышал народ, вы видели? Мы добились своего, правильно? С учетом того, что наша молодежь с вами стояла на ОГА, на Донецком. Я прошу вас помочь нам в проведении референдума. Это единственный наш шанс с вами достойно и мирно прийти к нашей цели. Я почему здесь? На тот момент Евгений Викторович согласился с нами о проведении референдума, о помощи. На данный момент нам не предоставили ни одного участка. Нам не предоставили ни одной избирательной урны. Господа администраторы, администрация города, я обращаюсь ко всем к вам. Вы видите, что мы стоим не 30-20 человек, как вы говорите, а здесь общность, здесь народ, здесь громада города. Я прошу вас помочь нам в проведении референдума. Прошу, чтобы в воскресенье, когда мы соберемся, мы уже знали с вами ответ. Я думаю, нас услышат. Вы так думаете? Я еще раз, я хочу вам напомнить, что над флагом Службы безопасности Украины висит флаг Соединенных Штатов. Поэтому, если мне кто-то из политиков скажет, что я сепаратист, я плюну ему в лицо. Они предатели и предали наш родной язык, русский. Они предали нас, призвав к себе на помощь фашистов. Это две, даже не будем дальше ходить, это две вещи, которые несопоставимы славянам. Согласны со мной? Я прошу вас всех прийти в воскресенье в 4 часа сюда. Спасибо.